Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Драконы Всадники Улха. 10 часов прошло, и у нас открылось событие. Да-да. Именно вот это вот, поиск припасов. Но давай по порядку. Сначала мы с тобой... Так, а у нас древесины что? Древесинки у нас много, поэтому сразу отправляем нашего ветрокрыла за поисками. Так, теперь у нас, как говорится, древесинки не хватает, и мы с тобой можем спокойненько ее прикарманить. Так, дракончики мои вернулись. Что мне принесли вкусненького? Так, давай руны. Вот, спасибо, Громгильда. Так, лети дальше. Кривоклык, у тебя как? Что ты мне дашь? Тусклый янтарь, давай посмотрим, что же ты в итоге мне подкинешь, а? А в итоге он подкидывает мне руны. Сколько штук? 7. Ну это же мало. Ну, братишка, почему 7? А давай мы не будем его отправлять, а... пускай он идет собирать, например, во, древесину. 209 тысяч. Неплохо, да? За час. Так, Барсик мне добыл заколку эпическую. Пускай отстраивает там заново что-то бесплатно. Ну и в конце сарделька. Сарделька нам достает 4 руны. Мизер. Ребята, это мизер. Так, пускай бесплатно летит. Ну что, с этими мы пока разобрались, да? Все, короче, при делах. Как ты видишь, они добывают древесину. Остальные полетели на задание. Так, что у нас у Эрита? Ничего абсолютно я менять не собираюсь, потому что он запарил. Все, что не поменять, он требует, ребята, руны. Так, ну тут ты сам видишь, да? 9,5 часов появится только лишь сундучок. Ну, мы совсем недавно относительно с тобой заходили в игру. Я серию это назвал неудачный заход, потому что я думал, что событие у нас уже открыто, а на самом деле не шиша. Поэтому, как видишь, все еще заняты своими делами. Но это не мешает нам с тобой открыть пак бесплатный, плюс рекламный. Костолом. Так, змеевик. Ну и тут понятно все. Рыба, руна и рекламный. Монеты Одина. И дальше у нас шторморез, пристеголов, костолом. Ну, в принципе, и все. Так, здесь у нас красная смерть. Приносит нам жетон. Плюс опять же тусклый янтарь. Отправили. Открываем пак. И здесь нам выпадает опять же костолом, шторморез, громобой, парящий прихвостень. И активируем следующий на открытие. Так, а здесь мне... Погоди-ка, у нас созрел? Да, блестящий янтарь созрел. Больше нету пока. Не можем мы ничего сюда поставить. А по заданиям... Слушай, ну 100 листочков мы с тобой успели урвать. А здесь еще, значит, обучить 3 драконов, получить 300 миллионов единиц древесины и 300 миллионов единиц рыбы. Ну, я не знаю, получится у нас это или нет. Получить столько. Блин, все еще обучаются, прикинь. Все на обучении. Так, давай, лети. Ты тоже лети. То есть у нас, я так понимаю, в академке. Так, а ты что там сидишь у меня? В академке полным ходом, да, идет обучение. Тут 13 часов, тут 15 часов, один день. Ага, тут 3 часа и 7 часов. Вот так. Ну что, а мы с тобой начинаем тогда событие. И оно у нас длинное. Ну как длинное? Не совсем, но приличное. Так, смотрим, что у нас здесь. 100 листочков будет. И все, остальные пойдут паки. Ну что же, давай, поехали. Первая наша заходочка. Смотрим, сколько здесь волн, какие здесь драконы и тому подобное. 2 волны. И начало довольно такое спокойное, да? Всего лишь один враг. Но он жирный. В плане того, что он очень живучий. Я вижу по полосочке ХП. Ладно, ничего страшного, давай вот так вот бомбанем. Понизим ему броню и сразу же начнем атаковать. Все равно, даже с пониженной броней он какой-то лютый.
Сейчас что-то будет, да? Да, сейчас что-то будет. Так, добиваем его, короче. И последняя волна здесь у нас водорез. Слушай, ну если по одному противнику будет, ну, блин, они какие-то сильные. Ты посмотри. Фиг пробьешь. Он фиолетовый, по идее, должен разбираться с полтычка, но... Ну, что это такое? Не знаю. Давай тогда еще раз бомбанем. Так, ну, как ты понимаешь, здесь все равно победа будет за нами. Никуда она от нас не денется. Вот так. Крутанем и заберем 50 миллионов рыбы. Ну, возможно, мы с тобой здесь успеем сделать задание про рыбу именно и про древесину. Слушай, ну 50 рун. И это круто, ребята, у нас уже 1500 рун. Нам еще столько же, и мы с тобой купим кого? Ворчуна, правильно. А ворчун — это ездовой дракон нашего плеваки. Так сказать, это наш кузнец, да? Он же там по ремеслу мастер. А куда у нас музыка делась, ребята? Кто мне скажет? Что за тишина? Ладно, креветик. Тоже, ребята, очень сильный, крепкий. Но один он здесь, естественно, не сможет ничего сделать. Понижение брони, плюс укус, и все равно он живучий. Да. Красный, по идее, по нему должны... А, у нас нет синих. Так, вот это мне не нравится, что он тут начинает выпендриваться. Давай просто, наверное, укусим. Надо нам будет захиляться с тобой. Ну. Так, и хилочку врубаем. Окей. Это у нас только первая волна. Продолжаем его уничтожать. Можно было, конечно, травануть, но отравление очень мало отнимает, ребят, здоровье. Так, и змеевик. Точно такой же. Нет, я согласен, если пускай будут они по одному. Пускай у них даже вот столько, очень много здоровья. Ну, лишь бы их не было двое или трое. С двумя-тремя ты фиг так справишься. То очень тяжело будет их разобрать. Так, укусик. И, в принципе, после этого, как он сходит, мы его должны с тобой уничтожить. Так, Барсик, тебе это по зубам? По зубам, вот и молодец. Давай крутанем. И выпадает нам плод мудрости. Остановись, да. Спасибо большое. Плод мудрости всегда пригодится. Ну что, у нас поединок за, грубо говоря, 1500 тусклого янтаря. Поехали. Энергия, конечно же, кончается, но я думаю, сегодня вряд ли, а вот завтра-послезавтра, наверное, мы это событие пройдем. Смотри, у них нормальные стали жизни полосочки, значит, скоро их будет по два, по три противника. Скорее всего, так. Ну да, вот уже, как видишь, их двое. Так, кто у нас там? Душитель и дымодышащий. Допустим, сделай вот так. Понижение брони. Я в этом не сомневался нисколечко. Так, что мы с тобой сделаем? Бомбить будем этого. После того, как ударим, сделаем массовый отхил. Этот отдуплится. Ну, а этого остается только лишь добить. Молодец, кривоклык. Крит у него работает. Давай мне, знаешь что? Древесину. О, 25 миллиончиков. Слушай, возможно, мы задание сделаем. Но теперь тут, как ни странно, нужна рыба. А что это меня выкинуло отсюда? Я не понял. Эй! Забираем наши, ну, скажем так, 1500 тусклого янтаря. Переходим, кстати, мини-боссик. И мы с тобой здесь заберем еще 100 листочков. И надо будет посмотреть, сколько нам еще осталось. Да дофига, ребят, и три волны, кстати, уже. Три. Ну давай, Хофер, не выпендривайся. Сделаем с тобой так. Вот так. И добивка. На второй волне этого я трогать не буду. Начнем с пристиголового. Так, у него энергии мало, поэтому огнем он не пыхнет пока. Что ты ерзаешь тут? Давай вот так вот сделаем. Это у нас страж зеленый. Ну, против стражи только, ребята, сила очень хорошо работает. О, поставил он себе щиты и думает, что
это его как-то спасет. Нет, парень. Тебя это вообще никак не спасет. Сейчас будет бомбить. А мы будем его добивать. И третья волна. Посмотрим, кто тут. Кревет плюс шторморез. Даже не обсуждается. Начинаем сразу с кревета. Вот так. С пониженной броней мы его должны как можно быстрее разобрать. И будем, наверное, делать с тобой отхил. То есть барсик будет ударять по шторморезу, а наш шторморез будет делать отхил. Вот так. Теперь кусаем. Плюс тараним, опять же. И добиваем. Вот так. Ну-ка, порадуй-ка. 75. Я уже думал, что либо плод мудрости, либо прилив сил. Но нет. И выходит у нас с тобой последний поединок с мини-боссиком. И мы заберем 100 листочков. А после этого получается, значит, как? Раз, два, три, четыре, пять. И еще 5 поединков. Ну да, получается, за 2 заходки можно это событие, в принципе, пройти. Никаких трудностей в этом нету. Волна, 1 из 3. Поехали. 2 злобных змеевика. Или острокрылых. Вот как их различить, а, ребята? Мне кажется, что какой-то один из них, или острокрылый, или злобный, он, по-моему, более-менее темнее, да? Тот как бы фиолетовый, а другой вроде бы больше отдает синевой. Потому что вот этот, по-моему, фиолетовый у нас. Хотя, может быть, я ошибаюсь. Ладно, звезданем и... Ага, я думал, что мы его сейчас будем добивать уже. Но не тут-то было. Хорошо. На второй волне... Ёк-макарёк, мне нужно барсика спасать. Блин, а как? А, вот, отхил есть. Хорошо. Ну, слава богу, он не повесил на меня этот... Понижение брони, а то бы сейчас барсик все. Пиши, пропало было бы. Хотя ему так не сладко. Давай, добей. Есть. Так, хиляемся, потому что это только вторая волна, еще третья. И не забывай, что здесь мини-боссик будет. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Больно будет сейчас кому-то. Хотя нет, шторморез выдержал удар. Единственное, что да, заблокировали, я не спорю. Но это мы как-нибудь переживем. Это мы как-нибудь переживем. Плюс у нас накопится энергия. И переходим на последнюю волну. Ё-моё. Ну, логично будет делать вот так. Это логично, да? Давай, наверное, сделаем таким вот образом. Теперь укус. Я хочу взять в слепоту ветрокрыло. Так будет, наверное, эффективнее всего. Он еще и промахнулся. Отлично. Сыграл, так сказать, на нас. Немножечко здесь траванем. Здесь укусим. И добьем. Так, у него энергии мало, поэтому он ничего пока не сделает. Ну, а мы, в свою очередь, естественно, будем, во-первых, его травить. Во-вторых, будем его кусать. И бросать... Подожди, почему слепоту-то не дали? Я думал, сейчас должна быть слепота. Но нет. Хорошо. Пробиваем. Кусаем. И вешаем слепоту. Все. Он сейчас будет делать суперудар, верно? Хе-хе, вовремя мы подоспели. То есть фигушки, что у него получится. Потому что он не попал. Но ослепленный. Не знаю, успеем ли с тобой его. Да, в принципе, да. Кривоклык очень хорошо бомбит, особенно когда у него пониженная броня. Добиваем. А, нет, 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 нет. А вот теперь да. Отлично. Крутанули. И забрали мы с тобой прилив сил. Ну что ж, тоже неплохо. И 100 листочков, которые нам необходимы. Давай, быстрее забирай. Так, событие у нас это будет идти, если я не ошибаюсь, 3 дня. За рабочие смены я, конечно же, пройти его не смогу. Но до выходных как раз оно протерпит, да? 3 дня, 2 дня обработки. Да, на последнем дне мы с тобой его, в принципе, сможем пройти. Что теперь? Тут у нас никаких заданий нету. Поиск.
А, так он у нас как раз на этом задании, верно? Верно. Выполнить обмен. Выбор. А, подожди, я же тут еще никого не выбрал. Вот этот мне нужен. Так, ну а здесь мы с тобой забираем тусклый янтарь. 1500. Значит, мы ставим на обмен. Вот так вот. И по итогу что у нас получается? Все заняты. Сделать больше мы с тобой ничего не можем. Здесь, как ты видишь, все на обучении. Громилет. Ну, давай тогда, наверное, забьем с тобой вот здесь пак. Один. Один пак и получим еще пак вождя. Я думаю, что ты не будешь против. Так, у нас здесь Громыль. Я уже заметил Громыль. Ужасный. Нет, это не ужасный чудовище. Это Кривоклык и Шторморез. Я понял. Кого нам? Давай вот отсюда начнем. Потому что повышенная атака идет. Ага. Даже не знаю, блин. Ну давай так сделаем. Сделаем так. Сюда вшпарим. Сейчас фаербол полетит. Нам нужно с тобой как можно быстрее хильнуться. Так, прописываем, наверное, вот сюда. Сейчас будет укус. Мы тоже кусанем и хиляемся. Хиляемся. Сейчас что-то опять полетит. Мы уже знаем, что фаербол. Все, надо этого чудика распылять. Просто в прах, в муку, я не знаю. Неужели ушатает, а? Ушатал. Ну и сам погиб. Очередная битва, музыка куда-то исчезла. Но я вижу тут Громыль, Сарделька и Клывокрив. Собственно, персона получается, да? Без музыки, такая тишь. Вышли, как говорится, на природу подраться. Так, Сарделька, не надо, сейчас будет Барсика. А, нет, нет. Тем круче для нас. Добиваем. Так, полетит сейчас фаербол. Этот никогда, ребят, не упустит шанс забросить фаербол свой. Давай, наверное, сделаем вот так вот. Хильнуться успеваем. Ну и прекрасно. Так, этот со своей двойной атакой, ну, конечно, конечно, в Барсика. В кого же он еще может влуплять? Все, распрощаемся с ним. Славный был боец. Так, как бы нам тут... Блин, я думал, что кританем. Не вышло. Без крита. Опять сейчас... Ой, сейчас звезданет, ты, ёпрсте. Но этот выжил. Этот выжил у нас. Тогда мы с тобой здесь залечиваем раны. Он две атаки делает. Раз, два. Выживаем. Теперь делаем укус. Хиляемся еще разочек. Опять двойная атака у него. Вот не отстанет, а? Тогда мы сделаем понижение брони и, наверное, добьем. Так точно. Ну что, друзья мои, походу у нас последний поединок. Опять музла нету. Ветрокрыл, Шторморез и тройной удар. По идее, нам нужно начать с тройного удара. Смотри, что делает, а? Свои вот эти вот выкрутасы беспонтовые показывают мне. Сейчас мы сходим. Так, раз, два. Вдвоем, да? Ну, сделаем вот так и, наверное, хильнемся. Сейчас что-то... Ага. Блин, ну, конечно, он вжаривает офигенно. Так, тройной удар больше нас не побеспокоит. Но вот мне еще не нравится ветрокрыл. Если мы с тобой попробуем накопить... Потрать. Отлично. Это хорошо, что он потратил энергию. Это хорошо, что он потратил. А как мне... Барсик, давай, родной. Вылупляй. А этот... Все, заморозка. Слушай... Ну он и нубас. А почему он не стал замораживать? Объясни-ка мне. У него же полностью энергия. Ну, сейчас зато, да, сделает. Нонсенс, ребята. Это просто какой-то нонсенс.
Обычно он не упускает никогда момента применить. Вот, вот сейчас вот применил свою заморозку. Два хода он пропускал, а когда мы на него повесили слепоту, он решил ей воспользоваться. Где, извините меня, смысл? Смысла нету. Ну давай, не выпендривайся, все, пора тебе уже тут погибать, а нам получать пак. Как-то так. Ну что, друзья, как видите, мне выпал обычный пак. И вот он, пак вождя. Шипорез, душитель, громобой, шепот смерти, барс и вепрь. Три карточки. Ну все, теперь забираем здесь награды. Что, только руны и все, что ли? О, 100 листочков, вот это другой разговор. Блин, победите стремительных. Нам вот еще бы 2, и будет у нас 70 листочков. А сколько вообще у нас? Давай-ка глянем. На данный момент у нас 5645 листьев. 10 дней осталось. Да ёк-макарёк. Даже не знаю, как тут. Если мы только с тобой... Где у нас ежедневки, блин? Ай, там 450 листьев. Ну, если мы даже их возьмем, 450, это будет 6000. И нам нужно еще, блин, где-то 2000 урвать. Как урвать? Где урвать? Ну, возможно, может быть, за 10 дней какие-нибудь события еще пройдут. Но там обычно нет таких, да? Там по 500 тысяч, ой, по 500 листочков. Там максимум 100, 200, 150 могут дать. Но мы будем все-таки надеяться на лучшее. А худшее, как говорится, само придет. Че, все, кончилась древесинка. За рыбкой полетел. Ну что, а на этом я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам.